Ходить оружие не могу. Тут машин много. Вот все, на стелу мы заходим. Идем по городу. Он по обочине пошел. Опять на газон вышел. Перекресток проходит. Запах алкоголя изо рта, резкий изменение краски кожи пухового лица. Спрашиваю вас, вы согласны продавать наш прибор? Нет. Отказываете. Еще раз вас спрашиваю, вы согласны проехать в медицинское учреждение, где врач познания в этой сфере возьмет биологический анализ мочи, а также продуете прибор? Нет. Я же трезвый, как учу, не пойму.